Здравствуйте, ребята! Отгадайте загадку. Птица, ушки на макушке и большая голова, взгляд сердитый, клюв могучий. Как зовут ее? Конечно, сова. У совы большая голова, почти нет шеи и не мигающие глаза. Сова хорошо видит в темноте, у нее отличный слух. А перенья защищают ее от холода, а закругленные крылья и широкий хвост помогают летать бесшумно. Сова – хищница. Ночью охотится, а днем спит. Вот такую сову предлагаю смастерить сегодня. Для работы нам потребуется пластилин, стека, семена клена, семена тыквы, картон черного цвета, гофрированный картон голубого цвета, простой карандаш. Простым карандашом рисуем овальное туловище совы и два глаза. Из использованного пластилина катаем большой шар. Из него делаем овал, прикрепляем к картону на нарисованное туловище. Для глаз катаем два желтых шарика. Прикрепляем их к картону на место нарисованных глаз. Берем семена клена и делаем из них перышки совы. Прикрепляем перышки рядами. Начинаем с нижнего ряда. Второй ряд перышек должен немного перекрывать первый. Продолжаем делать оперение совы до самой головы. Слева и справа от туловища рисуем крылья. Из использованного пластилина лепим крылья, катаем овалы, прикрепляем к картону, придавая форму крыла. Делаем перышки на одном крыле, так же, как на туловище. Делаем перышки на втором крыле. Берем семена тыквы, прикрепляем их к желтому пластилину по кругу. Глаза совы готовы. Из белого пластилина катаем колбаску, выгибаем ее, формируя брови совы. Прикрепляем между глазами. Из желтого пластилина лепим клюв, заостряем с одной стороны и прикрепляем к сове. Стекой рисуем полоски на бровях. Из коричневого пластилина лепим зрачки, вытянутые листочки и прикрепляем к глазам совы. Для веточки раскатываем колбаску из коричневого пластилина и прикрепляем к нижней части картона. Короткие зеленые колбаски расплющиваем и прижимаем к картону с разных сторон веточки. Стекой рисуем иголочки. Из красного пластилина лепим два маленьких шарика. Расплющиваем их. Стекой делаем два надреза. Среднюю часть заостряем. Прикрепляем к сове. Из голубого гофрированного картона вырезаем полоски. Приклеиваем к картону, образуя рамку. Сова готова. Предлагаю поиграть с ней. Помогите сове составить предложение. Все слова перемешались, и нужно расставить их на свои места. Готовы? Сидит, ветки, сова, на. Правильно, сова сидит на ветке. Ночью летает сова. Конечно, сова летает ночью. Совушка на охотится мышей. Да, совушка охотится на мышей. Называют совятами совы птенцов. Конечно, птенцов совы называют совятами.
Молодцы, ребята! Справились с заданием. До свидания, до новых встреч!